Нурсултан Назарбаев встретился с президентом США Дональдом Трампом. В эпицентре внимания двух лидеров были вопросы региональной безопасности в регионе, ядерная проблема Северной Кореи. Американский президент рассказал о достижениях за год своего президентства. В свою очередь, Нурсултан Назарбаев отметил потенциал в экономическом сотрудничестве. В ходе визита было подписано соглашение на 7,5 миллиардов долларов. Подробности в нашем сюжете. Это западное крыло. Здесь находится овальный кабинет, где сидит Дональд Трамп. Соответственно, и тут и произойдет историческая встреча президента Казахстана с президентом США. Ну, а основная часть резиденции Белого дома находится чуть выше. И вот зеваки, которые придут понаблюдать за визитом нашего президента, возможно, и не увидят всей церемонии, но у казахстанской прессы будут все возможности понаблюдать, как это будет происходить. Кортеж президента Казахстана появился у ворот Белого дома в полдень. Это, пожалуй, первый прием столь высокого гостя из-за рубежа в начале года в графике лидера США. Церемония встречи могла показаться довольно скромной, но уровень уважения хозяина овального кабинета к гостю выдали детали. Дональд Трамп под прицелом журналистских камер, еще даже не дав Нурсултану Назарбаеву зайти в здание, начал дружелюбную беседу. Встреча продолжилась в комнате Рузвельта. Крепкое мужское рукопожатие. Американский лидер известен своей странной манерой здороваться. Но не в случае с Нурсултаном Назарбаевым. Господин президент, я очень рад, что вы находитесь здесь. Вас все глубоко уважают. И действительно, у нас замечательные взаимоотношения между нашими странами. Идут большие закупки различных товаров, в частности, Боинг и так далее. И вообще Казахстан сейчас находится в очень хорошей ситуации. Так что действительно там все изменилось, меняется к лучшему, хотя многие соседи находятся в общем, довольно серьезной ситуации. И вас все глубоко уважают. Для нас большая честь вас здесь принимать. Мы с вами уже встречались в Саудовской Аравии. Так что то, что вы сделали, действительно замечательно. Спасибо большое. Трамп заявил, что Казахстан – важный партнер в вопросах региональной безопасности и поблагодарил за помощь в борьбе с терроризмом в Афганистане. Американская администрация надеется на дальнейшую поддержку официальной Астаны. Журналисты между тем пытались докричаться до Трампа, но американский лидер оставил прессу без внимания. Слово взял президент Казахстана. Я первый президент нашего региона. Само то, что я здесь нахожусь, большая честь, и я их представляю сегодня. И для Казахстана всегда было важно политическая поддержка нашей независимости и целостности территории. И все 26 лет Казахстан является другом Америки. Но вот уже на совместном заявлении для прессы, оно длилось по традиции не более 20 минут, Нурсултан Назарбаев продемонстрировал свое чувство юмора, чем сразу же расположил к себе прессу. Репортеры поняли шутку даже без перевода. Поздравляю вас с рождением 9-го внука, господин президент. And by the way, congratulations on the birth of your 9th grandchild. Ну, хочу вам сказать, в прошлом году у меня родился 10-й. But I'm a little bit ahead of you because last year I had 10th grandchild in my family. Поздравления в адрес Трампа на этом не завершились. Оказалось, что 45-й президент США отмечает годовщину президентства. Из заявления Нурсултана Назарбаева стало понятно, что лидер Казахстана, впрочем, обеспокоен политическими отношениями между США и Россией. Проблему Северной Кореи можно решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим нас соседи, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией. В центре встречи Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа была ситуация в Афганистане и политические взаимоотношения в регионе. Ну а главный экономический итог – это более 20 контрактов на 7,5 миллиардов долларов. Астана намерена приобрести Боинги и 900 электровозов от General Electric. Нурсултан Назарбаев выразил надежду на ответную реакцию США на введение безвизового режима для граждан США в Казахстане и планируемый впервые запуск авиасообщения между странами. Гульнара Жандагулова, Тимерлан Нуртаза, Вашингтон, США.